она состоит из нескольких вот лоскутов. Вот у нас будет фестиваль ткани. Вот эта вот ткань письма, она соткана из нескольких впечатлений. Прежде всего, это, конечно, Славки. Мы там, когда приехали первый раз, мы поехали, нас инсценировал поездку тогда еще клуб на Крутицах, Игорь Стригун, что ему спасибо. Вот. И мы, значит, пошли на Фавор, когда приехали. Ну, это вот стиль Игоря Стригуна. Вот. Преображение, ну, Преображение. Да, мы приехали в августе, соответственно, праздник Преображения, после, после службы пошли на Фавор. А Фавор — это такая есть гора на Славках, на небольшой, ну, такая горка, Фавор называется. Вот. Тем не менее, горка, на ней маяк. А до него там, ну, километров 10 надо. От... А не 30? Нет, ну, 10 туда-обратно, где-то 20, вот. Там какие-то болота, в общем, мы шли там через дамбу, не знаю, кто был на Славках, вот, через дамбу, и потом там по этому муксаме, там, через болота какие-то мы шли, там мы уже все промокли, вот, наконец пришли к этому горе, забрались, это был Фавор, там был маяк, вот, это маяк по спятущей Ване, песня «Авиароглиф», которую мы играем, вот, потом оказалось, что он там на радиоактивных элементах каких-то, мы там пили тропарь, в общем, было весело. Вот, обратно шли уже, я там помню, все есть все ноги, потому что там, в общем, было очень весело. Уже пришли в темноте, я там не усадил на себе, потому что она уже была просто не какая-то. Это правда, то есть, но когда мы шли через дамбу, там светила луна, вот в этой песне я как бы, я очень рад, мне вообще-то так врезалось, когда мы шли уже ночью через эту дамбу, уже на символ, вот этот остров Муксалма, или Муксалма, где Фавор. Вот, там светила луна, и вот я в этой песне это отразил, там есть пару слюнных звезд. Это та самая луна. Ну, вот, ну, вот впечатление от Соловков, ну, и то, что на краю черничные кусты, то, что там, вот, ну, опять же, там везде черника, но под этой черники понятно, что там много крови пролито. Ну, вот. Еще в этой песне плетяные впечатления от посещения храма, наверное, Семизлецка в Коломенске, храм Вознесения. Там были, там что-то как раз рассказывали, забыл, что там прошлый раз, запомнил, что кто-то рассказывал, что в это время так, Лик Спасителя как-то улыбнулся, там что-то такое рассказывает, что видно, что даже сам Спаситель вот, усмехнулся на это, поэтому вот, вот, не знаю, насколько это понятно, его бывали святые уста, вот, когда ну, люди уже говорят, что такое совершенно. Может, то, что остается улыбнуться. Вот. Ну, короче говоря, вот в песне скроены такие вот впечатления разных. Ну, опять же, для меня Фавор — это нечто такое, опять же, не совсем так. Естественно, это не та самая гора, не та гора, на которой был, может быть, Преображение, это не какая-то цель. Вот. Ну, не знаю, насколько это важно и нужно, но мне вообще-то хочется это рассказать. Насколько